клубились сопка туманы, догорала заря в облаках. Уходили на фронт партизаны, крепко пики сжимая в руках. Уходили на фронт партизаны, крепко пики сжимая в руках. Ваше превосходительство, пакет. Благодарю. Хорошие ли новости у верховного правителя России, его превосходительства адмирала Колчака? Да, светлейший Лапсан Чимза. Все хорошо. А ты хитрый, Турчининов. Я и без твоей бумажки знаю, какие новости. Красные Урал берут, белые в Сибирь бегут. А застанем ли светлейшего в Омске? Можете не сомневаться, владыка. Вас ждет великий почет. А ты, верный слуга Верховного, но солдата у тебя нет, и у меня нет. Урянхи, чадран, кулугур, нищие, сволочь. Советы делать хотят, щетинку на помощь зовут. Что будет, если щетинка придет? Говорят, лютый. Что будет с урянхайской землей? Войско давай. Вот что я скажу твоему хозяину. Адмирал Колчак даст. Непременно даст. Ну а жених у тебя есть, прекрасная Албанчи, а? Я еще маленькая. Я прошла всего 2 класса русской гимназии. Ну, 15 лет это не маленькая. Но есть жених, а? Мы с тобой друзья. Кто он? А? Купец, князь. Он разбойник. Разбойник? Так называет его мой дядя Лапсан Чимза. Кайгал против богатых и против казаков. Кайгал? Я знаю твоего Кайгала. Он действительно разбойник и бандит. Я его очень хорошо знаю. Ну хорошо, хорошо, я тоже в некотором роде разбойник. Белобандит, как нас окрестили красные. Эх, Албанчи, Кайгал ветер, а я здесь. Я тоже нищий. Были когда-то скаковые конюшни, много скота, как у твоего дяди.
Все полетело к черту. Выходи за меня замуж, Албанчи. Я буду министром у твоего дяди Лапсан Чамзы. Омск, господа. Омск. Ну, видишь, с каким почетом встречают твоего дядю. Выходи за меня замуж, Албанчи. Мы счастливы приветствовать на земле Белой России высочайшего гостя, главу Ламаитской церкви, апостола Уренхая, архипастыря Бандидо Хамбо Лапсан Чамзу. Мы подтверждаем незыблемость протектората России над Уренхаем. Мы разной веры, но цели у нас одни. Ваше превосходительство. Крайняя нужда побудила меня, дряхлого старика, пуститься в дальний путь. Наш глупый и невежественный народ, чтоб снова установить советы, поднял мятеж и зовет на помощь красного генерала Щетинку. Мятеж, Божьей милостью, подавлен. Но Щетинка, эта злая сила, остается. Если он придет в Уренхай, мы погибли. Не сомневайтесь, святой отец, мы вас защитим. А сейчас мы хотим отблагодарить вас, ваше святейшество, за все великие заслуги перед Россией. Позвольте вручить вам высочайшую награду, орден Святой Анны. Семь месяцев подряд они пускают наши эшелоны под откос. Лишают обмундирования, продовольствия. Сибирская магистраль перерезана. Связь с Дальним Востоком фактически прервана. Они захватили в плен 3000 наших солдат и офицеров. Кто перед вами, господа офицеры? Кто? Наполеон. Перед вами какой-то Щетинкин, рязанский плотник, дослужившийся до штабс-капитана. Вот кто. Отвечайте, маститые стратеги! Почему продолжает существовать этот Баджей? Почему вы все это терпите? Вот, перед вами сугубо штатский человек. Пример всем вам. Не располагая серьезными силами, он ликвидировал мятеж в Уренхае, вырезал коммунистов.
усмирил их раз и навсегда. А правда ли, что в Уренхае вас называют маленьким Колчаком? Я горжусь этим, ваше высокопревосходительство. Уренхай наш тыл. Это стратегический путь в Монголию, в Китай. Не так ли, господин Турчанинов? Вы прозорливы, ваше высокопревосходительство. Но партизанская республика растет. Они могут перерезать этот стратегический путь. Генерал Розанов, приказываю вам стереть с лица земли этот Баджей и всю Красную Республику. Сколько понадобится войск? Полагаю, не менее 10 тысяч, ваше высокопревосходительство. Берите 12 тысяч. Берите артиллерию, пулеметы. Генерал Шарпантье. Полковник Компот Анжела. И вы, полковник Карно, поступаете распоряжение генерала Розанова. Генерал Розанов, подыщите разумного человека среди офицеров и зашлите его в Баджей. Щетинкин не должен уйти живым. Есть у вас такой офицер на примете? Такой офицер есть, ваше высокопревосходительство. Кто он? Мой адъютант. Корнет Шмаков. И Саул не пьет, и Саул грустит. Бросьте кривляться, Шмаков. В душе измученной моей ты вечно будешь незакатная. В душе измученной моей. Пир во время чумы. Все катится к черту. Наши бегут по всему фронту. Бегут без оглядки. Сегодня Уфа, завтра Омск. А нас с вами, строевых офицеров, не на передовую, а куда-то в глубокий тыл. Против какой-то Баджейской республики. Смешно? Глупо. Не все равно, где сдохнуть. Под Уфой или под Баджеем. Раньше мы дрались за идею, а теперь за спасение собственной шкуры. Только и всего. Я завидую вам, Исаул. Остаетесь в штабе Шарпантье, а меня сует головой в пасть к волку. Говорят, Щетинкин офицер, прошедший все фронты, георгиевский кавалер, награжден французской медалью за доблесть. Может быть, вы с ним найдете общий язык, а? Шмаков. Общий язык. Щетинкин беспощаден таким, как я.
этот старый рогоносец легко отделался от меня. Господа, я сейчас познакомлю вас с очаровательной девочкой. Сюда нельзя, совсем нельзя. Меня же убьет Лапсан Чимза. Ой, нельзя! Мы пришли к тебе в гости, прекрасная Ломанчи. Нельзя, совсем нельзя. Убьет Лапсан Чимза. Дорогой Тюлюш, не бойся, не бойся. Мы пришли проститься с тобой. Завтра на фронт. Так, выпей, выпей. Выпей за здоровье господ офицеров. Тук-тук-тук. Молодец. Молодец. Так. А теперь выпей за здоровье святого Лапсан Чимзы. Перестаньте, корнет. Господа, уходите все! Вы с ума сошли, корнет. Она совсем ребенок. О, дитя мое, драгоценная яшма. Что с тобой сделал, изверг проклятый? Зачем я, глупый старик, привез тебя сюда? Святой отец, я понимаю ваше горе и ваше отчаяние. Его высокопревосходительство разделяет ваше несчастье и приказал расстрелять мерзавца корнета. Да, да, да! Расстрелять! Но это я хочу видеть своими глазами! К сожалению, это невозможно, ваше святейшество. Изменник Шмаков бежал к красным. Начальник оперативного отдела Исаул Самбурской. С кем имею честь? Щетинкин. Однофамилец знаменитого Щетинкина? Никак нет. Я тот самый Щетинкин и есть. Тихо. Немедленно предъявите мне оперативный план по ликвидации партизан Степного Баджея. Любопытное желание. Не валяйте дурака, Исаул. Ваш штаб окружен партизанами. Хотите остаться в живых? Доставайте планы, схемы, карты. Но меня после этого все равно расстреляют. Даю вам слово сохранить в тайне от вашего начальства сегодняшнее свидание. Нам нужны копии, только копии. Это сохранит вам жизнь. Не теряйте времени, Исаул. У вас нет другого выхода.
И так подтвердилось. Атака на Семеновку явилась частью их общего плана разгрома нашего Баджея. Колчак бросил против нас 12-тысячную армию. Основные его силы под командованием генерала Розанова идут сюда. Предлагаю не принимать никакого боя, а собрать все наши полки и отходить. Петро Ефимович, надо пробиваться с боями на север, к своим. Другого выхода у нас нет. Наши-то уже к Уфе подошли. На север мы не пробьемся. Люди слишком измотаны. У нас нет патронов, нет хлеба. Лазарет забит ранеными. А детишек куда девать? Ведь мы, Иванов, не только армия. Мы республика. Мы должны любой ценой сохранить советскую власть в тылу врага. Что же вы тогда предлагаете? Отступать на юг. И единственно верный путь. Это скотопрогонная тропа. Саяны. И дальше на Уренхай, где мы скорее достанем оружие и продовольствие. Но через два дня эта тропа будет тоже перерезана армией генерала Шарпантье. А надо уходить немедля, опередив Шарпантье. И уходить налегке, все громоздкое и лишнее бросить. Да как же так отступать-то, Петро Ефимович? С нашими-то обозами, с нашими детьми, с нашими ранеными. Ведь Шарпантье все равно нас догонит. Догонит. У него ж не только пехота, у него ж кавалерия. А мы его уничтожим. У деревни Нарва есть для нас очень выгодное узкое ущелье. И как только его армия втянется туда, мы из засады дадим фланговый бой. Таким образом, обозы пройдут вперед. Есть у кого-нибудь другие предложения? Ну что ж, Петр Ефимович прав. Надо отступать. Тогда немедленно приступаем к эвакуации. Берегам не оставлять ничего. Пусть Розанов берет пустой Баджей. Знаете решение совета пленных распустить по домам. Вы свободны, господа. Господин помглавкома, разрешите обратиться. Я уполномочен от пленных солдат. Все они хотят идти с вами. Это 735 штыков. Мы не будем для вас обузой. Другого пути у нас нет. Ну, раз так, кто хочет быть с нами, скажем спасибо. А правда, что за голову этого красного генерала объявлена награда в 1000 золотых рублей? Господин Шарпантье, прикажите пройти ущелье форсированным маршем. Вы долго засиделись в штабах, Есаул. Нервы у вас подкачали. Сначала вы предлагали вообще не входить в ущелье.
А теперь предлагаете пройти его как можно скорее. Господин генерал, я настаиваю. Прикажите форсировать передвижение. Сядьте, Исаул. Ворона в павлиньих перьях, этот шарпантье, погубить пятитысячную армию. И все-таки, господа, Баджейской республики больше не существует. Карфаген уничтожен. Пирова победа. Целая армия катится в Уренхай. Господин Исаул, вы должны исправить положение. Каким образом? Берите отряд. Щетинкина нужно догнать и уничтожить. Но это невозможно, господин генерал. У Щетинкина способность обрастать людьми. Он катится в Саяны, как снежный ком. Вы сами изволили назвать его красным талантом. Мы с ним не справимся. Зря только погубим людей. Возьмите 5000 казаков и уничтожьте его. Когда прикажете выступать, господин генерал? Немедленно. Дитя мое, почему ты не смотришь, как наказывает нашего неверного слугу? Дядя, прошу тебя, перестань его мучить. Лучше убей его сразу. А он умрет, как угодно богам. Он умрет медленной смертью. Дядя, он не виноват. Отпусти его. Слышишь? Не виноват он. А? Он не уберег тебя. Он умрет, как шлудивый пес. Тюлюш. Оставьте тебя. Оставь меня, Ванчи. Бежим к Айгалу. Он в горах. Он нас в обиду не даст, вот увидишь. Оставь. Я не имею права смотреть ему в глаза. Я должен искупить свой грех. Далеко ушли от дома, за детей боюсь. Не выдержат. Ничего.
откуда? Пойду к Диомидычу. Плох он, Васса. Плох. Вы ко мне? Нет, я здоров. Мне нужен омглавкома. Товарищи, я вас собрал вот зачем. Поскольку болезнь свалила-таки меня, то всю полноту власти и командование армией я передаю Петру Ефимовичу. Ну, надеюсь, возражений не будет. Какие могут быть возражения? Товарищ помглавкома, там вас спрашивают. Почему вы здесь? Вы что, не знаете приказа не отлучаться из своего полка? Знаю. Чрезвычайные происшествия. Что? Полк взбунтовался. Вас требуют. Подозреваю, они хотят захватить лошадей и уйти обратно сегодня ночью. Иванов, взбунтовались пленные, подними людей. Идемте, Шмаков. Отпустите меня! Отпустите меня! Мне Щетинкина надо! Кто ты? Меня зовут Кайгал. Шел к Щетинкину. За помощью. Урянхи послали. Какие урянхи? Наши партизаны. Мы разбиты. От моего отряда осталось 50 человек. Казаки гнались за мной. Я догадался, что вы... Собака! Это он! Это он! Кто он? Турчининов адъютант! Урянхов вешал! Живьем! Землю зарывал! Как я прохлопал этого хлюста! Но сейчас, Иванов, мы с тобой не должны терять ни одной минуты. Если Шмаков предупредит своих, они будут ждать нас через 4 дня. А мы должны быть в Белоцарске послезавтра. Не дать им опомниться. Ясно? Ясно. Поднимай людей. Наконец-то! У тебя такой вид! Что случилось? Подождите, мадам! Где ваш муж? В управлении. Скорее пошлите за ним. Но я одна дома. Тогда идите за ним сами и без промедления! Что случилось, Алёша? Что с тобой? Идите, идите! Почему вы здесь, Корнет? Что случилось? Щетинкин со своей армией идет сюда. Значит, вы его не убили. Его слишком хорошо охраняли, ваше благородие. Но вы должны были его убить, вы нас обманули. Не говорите глупостей, комиссар.
Не я обманул вас, а Колчак. Он обещал вам 3000-ную армию. Где она? Нет ее. Когда Щетинкин будет в Белоцарске? Через день, больше через два. Все погибло. С горсткой моих казаков драться бессмысленно. Вам надо ехать на границу к монголам за помощью, к князю Максаржаву. Я поеду с вами. Вы слишком самонадеянный, Корнет. К монгольскому князю поеду я с Лапсан Чимзой. А вы сидите в квартире и бойтесь высунуть нос. Если Лапсан Чимза узнает, что вы здесь, за вашу жизнь я не дам и полушки. Мы одной веры, и цель у нас одна. Просим вас, высокий князь, Хатан Батыр Ван Максаржав, защитить от красных банд Щетинкина. Мы защитим наших богов, князь. Боги, как всегда, на стороне сильного. Вы светлейший князь, военный министр, а значит, опора трона. И должны помочь правителю России Колчаку. Я не хочу вмешиваться в драку между русскими. Вы совершенно правы, светлейший князь. Боги могут постоять сами за себя, но прошу вас выслушать меня, высочайший. У меня к вам ничтожная просьба. Прошу дать мне и святому отцу охранную грамоту на въезд в Монголию. Мне не нужна никакая охранная грамота, ядран Кулугур. Я и сам пройду своему высокому брату, правителю Монголии, Болдыгегену. Зачем просил за меня? Ты возьмешь золото и убежишь. А как я возьму свои стада? Табуны, крепостных. Свою землю. У нас нет другого выхода. Все это придется бросить, мадам. Возьмите с собой драгоценности, морали и рога, деньги. Поторопите слуг. Я не могу уехать от его могилы. Его уже не воскресишь. Боже мой! За что такие испытания? Я поеду с вами и буду вашим верным помощником и другом. У нас охранная грамота в Монголию. Не оставляй меня одну, Алёша. Я боюсь. Я скоро вернусь, Вера. Мне нужен святой Лапсан Чамза. Святой отец просил не беспокоить его. Я замещаю комиссара Турчининова. У меня неотложное дело.
вернулась к нам, дитя мое. И ты, брат наш Тюлюш, мы рады вам. Душа святого Чемзы улетела в сторону барханов. Мы читаем ему молитвы. Я пришла за каретой, за лошадьми моего дяди. Все имущество святого отца перешло ко мне. Я его преемник. Такова воля Бога. Отважный батыр Кайгал пожаловал в нашу обитель. Берите. Берите карету. Берите лошадей. Все берите. Какие новости у разведки? Щетинкин занял Белозарск. Когда? 2 дня назад. Понятно. Он сам залез в ловушку. Впереди стена. Монголия. Всегда рады приветствовать знаменитого партизана Щетинкина. Светлый князь, военный министр Хатан Батыр Ван Максаржав. Мы рады приветствовать в вашем лице дружественный монгольский народ. В знак уважения к вам красные партизаны просили передать подарок. Карету и лошадей. Мы решили оборонять Белоцарск от Исаула Самбурского. Я знал, что вы это будете делать. Ну, у Исаула 3-кратное превосходство в силе. Он разобьет вас. Возможно. У нас много раненых, женщины, дети. Позвольте укрыть их в вашем лагере. Раненые дети не солдаты. Мы возьмем их. Мой сын, Сундуй Сырен, принес ответный подарок. Красный шелк на знамена для ваших полков. Вы храбрые люди, красные партизаны. Мой сын называет вас железными богатырями. Thank you.
Ну что, Петр Ефимович? Может, начнем, а? В атаку. Я прошу меня выслушать, господин Сергей. Молчать! Я вас повешу на самой высокой осине. Кто меня заверял, что Щетинкин ушел в Монголию? Кто? Мои разведчики, господин Сергей. Замолчите, болван! По вашей милости мы залезли в капкан. По вашей милости нам при... Мы тут задержали местного. До вас порывался, ваше благородие. Говори. Важное сведение. Как бесноватый весь штаб. Едва утихомирили. Вы? Оставьте нас вдвоем. Сюда никого не пускать. Вы что, сошли с ума? Я вас могу расстрелять. Вы окружены, сопротивление бесполезно. Ложь! Мы можем переправиться на ту сторону Енисея. Поздно. Ваши лодки потоплены, вам некуда отступать. Чего вы от меня хотите? Прикажите своим войскам сложить оружие. А если я не прикажу? Вы сдержали слово. Вы помогли нам уничтожить армию Шарпантье. Теперь сделайте второй логичный шаг. Я его сделаю. Я вас пристрелю. Скажите откровенно, Исаул, почему вы тогда не доложили своему начальству о тех картах? Струсил. Вы меня приперли к стенке. Неправда. Меньше всего вас можно заподозрить в трусости. Просто вы не знаете, какому Богу нужно молиться. Все ваши кумиры пали. Колчак обречен. Вы это испытали на собственной шкуре. Красная армия идет сюда. Мы не хотим лишнего кровопролития. Я не предлагаю вам сейчас перейти на нашу сторону. У вас будет время подумать об этом. Послушайте. Вы сейчас в моей власти. Неужели вы не боитесь за свою жизнь? Ведь я действительно могу вас пристрелить. А неужели вы думаете, что я тогда пришел к вам в штаб, не зная, кто вы есть? Кто же я, по-вашему? Вы русский. Русский человек. И прислуживать англичанам, французам, японцам вы не хотите. Это мерзко. Отдайте приказ сложить оружие. Отдайте приказ, Григорий Иванович. С меня хватит всей этой мерзости. Вера, успокойся, нас могут услышать. А мне все равно. Больше года торчим в этой проклятой Монголии. Вначале пел, мадам, мы богаты. Нас ждет Париж, Биарица, Ницца. Где? Где все это? Наши богатства лежат мертвым грузом. А я хочу жить. Понимаешь, жить. Почему?
почему ты должен служить им всем? Вначале служил манжурам, присмыкался перед ними. Какой-то жалкий авантюрист с помощью японцев прогнал манжуров и захватил Монголию. И вот теперь ты служишь этому унгерну. Покорно, как раб идешь за ним. Брось все, бежи из Урги, я умоляю тебя, Алеша! Вера, замолчи! Еще не хватает, чтобы на нас донесли. Он приказал вешать всех подряд, и не посмотришь, что я у него начальник контрразведки. Барин, да вас какой-то господин, в гостиной он. Кто? Велели доложить, Есаул Самбурской. Самбурской? Вера, у нас гости. Вели накрывать на стол. Есаул? Григорий Иванович? Голубчик! А ты изменился, Алеша. Разбогател? Разбогател, разбогател. Щетинкин помог! А меня Щетинкин упрятал в совдеповскую каталажку. Случай помог бежать. Этот человек имеет какое-то странное влияние на нашу судьбу. Ну, что думаешь делать? Ничего не знаю. Тебе повезло. Сегодня же представлю тебя барону Унгерну. Я теперь важная птица. А кто этот барон? Преемник Колчака. Он во главе всех белых сил, на него теперь ставка. Люто ненавидит советы. И чтобы привлечь на свою сторону азиатов, готов принять даже буддизм. Он на все готов. На все. Готов на все. А 18 февраля под Иркутском расстрелян Александр Васильевич Колчак. Унгерн мечтает о восстановлении русской единой монархии. Ему нужны такие люди, как ты и я. На нас опять идет Щетинкин. Щетинкин? Откуда он взялся? Вот. То-то и оно. Некто Сухэбатор, один из монгольских военных, кажется, вахмистр, создал в Кяхте свое правительство. И представь, советы его признали. Он обратился к Ленину, мол, помогите нам изгнать из Монголии Унгерна, нас. Ну и вездесущий Щетинкин тут как тут со своими партизанами. А вслед за ним явятся другие. А что, барон? Что, барон? Барону удалось привлечь на свою сторону Багдыхана, а стало быть, и всех его министров, хотят они того или не хотят. На нашей стороне японцы, атаманы Семенов, Маненков, Казанцев, генералы Бакичка, Загранди, мало ли еще кто. Алеша. О делах потом. А сейчас милости прошу к столу. Сегодня вы, барон Унгерн фон Штернберг, родственник русского царя, спаситель Монголии от манжуров,
наш спаситель и брат, принимайте буддийскую веру. Вы посланы нам Богом, и пусть через вашу десницу проявится воля Его. А мы, верные ваши слуги в этой жизни и в жизни грядущей, в бесконечных перевоплощениях души. Жалкая комедия. Мы с ними связаны одной веревочкой. Боюсь, что рано или поздно эта веревочка затянется вокруг нашей шеи. Брат Шмаков, советую держаться от нее подальше. Если тебе не успели отомстить урянки, то это могут сделать монголы. Она племянница Бугдхана. Она была невестой Кайгала. Почему она здесь? Я тебя сразу узнал. Прости меня, Албанчи. Простить? Тебя? Я люблю тебя по-прежнему. Албанчи. Корнет взял в жены другую, я слыхала. Хочешь, я уйду от нее? Албанчи. Здесь не место. Значит, мы увидимся здесь сегодня в храме. Только не вздумай обмануть меня. Достопочтенный князь, мой друг, через несколько дней мы выступаем в Кяхту и Троицко-Савск. Ваши войска, великий князь, должны уничтожить партизан некоего Сухобатора, его так называемое народное правительство. А я пойду дальше, в Забайкалье, в Россию. Таким образом, монголы будут воевать против монголов, русские против русских. Вам не нравится мой план. Кстати, вы знакомы с этим Сухобатором? Хорошо знаком. За храбрость в боях с манжурами я присвоил ему звание Батора. Понимаю, как вам трудно сейчас перенести его измену. Я назначил награду за голову Сухобатора. Он враг престола. Он мой враг. Надеюсь, также и ваш светлейший князь. В своей непомерной гордыне этот вахмистр, сын пастуха и сам пастух, поднялся выше. Вас, светлейший князь. Он поднял на ноги всю голодьбу, стал ее вождем, героем.
истинный национальный герой Монголии. Вы, а не он. Суховатор ведет себя так, как будто нет ни вас, военного министра, ни главы правительства, лучезарного Богдогогена. Не больше, не меньше, как от имени монгольского народа, он обратился за помощью к Ленину. Кто дал ему такое право? Он друг Ленина. Но каждый вправе сам выбирать себе друзей. Но каждый должен и ответить за свой выбор. А правда ли, великий князь, что ваш сын Сундуй Сурен служит в войсках Сухобатора? Мой сын вправе сам выбирать себе дорогу. Ваш сын на ложном пути. Красные хотят бросить против нас 10-тысячный корпус конницы. Известный партизан Щетинкин уже перешел монгольскую границу и соединился с войсками Сухобатора. Все они будут уничтожены. Мне жаль вашего сына, великий князь. Но еще не поздно вернуть его. Мой сын вправе сам выбирать себе дорогу. Да, разумеется. Но вы, как военный министр, обязаны выступить против Сухобатора. Я понимаю ваши чувства, великий князь. Монгол не может воевать против монгола. Я слагаю с себя полномочия военного министра. Успокойтесь, великий князь. Вы должны заботиться о благоденствии и безопасности монгольского государства. А если мой план рухнет, и красное полчище ринутся в Монголию, что тогда? Вы отказываетесь идти на... Прекрасно. Тогда, как военный министр, позаботьтесь об увеличении войск на случай вторжения красных. Поезжайте на запад, в Улюсатуй, и мобилизуйте монголов в армию. Такова воля Богдогогена. Вам поможет мой начальник гарнизона в Улюсатуе под Ясаул Банданов. Не будем ссориться, великий князь. Не будем ссориться. Заготовьте письмо Ванданову. Слушаюсь. Здесь предписание, высокий князь. Унгер надеется, что в Улюсатуе вы сейчас же займетесь мобилизацией. Высокий князь, я вам советую не торопиться, Улюсатуй. Как понимать ваши слова, Исаул? Я вам советую прибыть в Улюсатуй не с вашими 50 цириками, а с большим, хорошо вооруженным отрядом. Мобилизуйте войска по дороге. Таков совет барона? Нет, высокий князь.
Есть письмо барона Ванданову убить вас, волю Сатую. Почему я должен верить вам? Мне можно верить, можно и не верить. Но есть человек, которому мы верим оба. Кто он? Ваш старый знакомый. Щетинкин. Мой совет – соберите как можно больше войск. Они могут помочь другу вашего сына, Сухобатору. Спасибо за совет, Есаул. Зачем ты это сделала? Зачем? Я же приказал тебе немедленно выезжать из Урги. А ты все еще здесь. Я не могла по-другому. Он за мной следил. Ну вот что. Пока город не отцеплен, уезжай. Пакет цел? Цел. Если задержат тебя, уничтожь. А на словах передай Щетинкину. 20 мая Унгерн всеми силами выступает на Кяхту и Троицко-Савск. Запомнила? Запомнила. Поторопись, Албанчи. Ну и так, значит, сегодня барон Унгерн выступил из Урги. Только что получил донесение. Его войска идут по трем направлениям. Основные силы под личным командованием барона идут сюда, на Троицко-Савск и Алтан-Булак. Бригада генерала Разухина пойдет западнее тракта Урга-Кяхта, а левое ее крыло идет на караул Желтура. Ну что ж, встретим барона. Да, надо помнить, что из Уренхая идет конный отряд Казанцева, а это не менее 1000 сабель. Значит, белые выбирают самый короткий путь в Россию. Выходит так. Сундуй, Сурен! Позови всех командиров сюда. Хорошо. Сундуй, Сурен! Ты что ж, не узнаешь меня? Так это же Щетинкин! Красный богатырь Щетинкин. Он подарил моему отцу карету. Ну, здравствуй, здравствуй, Сундуй Сурен.
сын Максаржава. Хотел бы я еще раз повидаться с твоим отцом. С сегодняшнего дня он будет связным между вашей и нашей народной армией. Отлично. Ты, Падысаул Банданов? Разрешите представиться, комендант гарнизона у Лесатуя. Барон Унген приказал тебе убить меня. Так я здесь. Великий князь, это недоразумение. Меня оклеветали. Взять его. Великий князь, барон не простит вам этого. Отец! Я скакал 3 дня. Великие новости, отец! Красная армия и армия Сухобатора вошли в Ургу. Садись. Твои новости в самом деле велики. Говори. Меня послал к тебе Щетинкин. Белые войска разбиты. Но они откатываются сюда. Грабят. Вешают и расстреливают аратов. Щетинкин просил тебя отрезать путь белому войску. На запад и на юг. Где? Барон Унгерн. Бежит. Щетинкин гонится за ним. Я восхищен действием Сухобатора и Красной Армии. И рад вашим успехам. Значит, ты согласен, отец? Я всеми силами буду участвовать в этом благородном деле. Белые войска не пройдут ни на юг, ни на запад. Я всегда знал, что ты будешь с нами, отец. Надолго мы здесь? Растер до крови. 6 суток в седле.
Подумать только. Какой-то рязанский плотник гоняет меня без роздыху. У этого Щетинкина особый нюх. Он упреждает каждый мой шаг. Пожалуйста, ваше превосходительство. Пошел вон. Подслушивают, нельзя ни на кого положиться. Плохие новости, барон. Я начинаю вас бояться, Исаул. У вас всегда плохие новости. Что еще? Нам нельзя пробиться в Персию. Впереди войска Максаржава. Будем пробиваться. Пойдем к Бухарскому миру, в Афганистан. К англичанам, к черту, к дьяволу. Не все ли равно теперь куда? Не пробиться. Сил маловато. Надо уходить налегке. В юрту вашего друга, князя Сундуйгуна. Он предан вам. Исаул, вы единственный человек, на которого я могу положиться. Японцы бросили меня. Мои генералы и офицеры бросили меня. Солдаты убили генерала Резухина и ушли. Даже Богдхан, которого я посадил на престол, отказался от меня. Уйдем налегке. А эту сволочь бросим. Возьмем самых надежных. Решено. К Сундуйгуну. Слушай, Ефимыч, 3 дня сидим у этого князя Сундуйгуна. А вдруг этот рыжий унгар проскользнет, а мы все сидим, чайку мы спьем. А ты ешь, пей, улыбайся. Я вам принес хороший кумыс, холодный кумыс, золотой кумыс. Спасибо, высокий князь Сундуйгун. Пейте. Ну ты как же насчет коней, князь? Продашь для нашей армии? Мы хорошо заплатим. Я же вам говорил, высокий генерал. Казаки барона Унгерна угнали весь мой скот. И всех моих коней. Теперь я такой бедный. Мы заплатим по 100 лан за каждого коня. А если по 200 серебром? Зачем деньги? Красному батырю Щетинкину я подарю лучшего жеребца из своего табуна. Значит, табун все-таки есть. Ну, от подарка я должен отказаться. Конь у меня добрый, другого не надо. Ну, так как же, князь, продашь коней? Ох ты, хитрый генерал, совсем хитрый. Петр Ефимович, я пойду все-таки проверю наши дозоры. Иди. Еще кто-то пожаловал. Много гостей, много счастья. Это же Унгерн!
Высокий князь, барона встретишь со всеми почестями. Тебе помогут Кайгал и Тилюш. Я боюсь. У меня дрожат руки. И ноги тоже. Перестань, князь. Иди и приглашай к столу высокого гостя. Что бы ни случилось, не стрелять. Барон нужен нам живым. Высокий гость, нежданная радость. Прошу мою бедную юрту. Будет жирная баранина, будет золотой кумыс. Я рад тебя видеть, князь. Наконец-то мы с вами встретились, барон. Кто вы? Извините, забыл представиться. Щетинкин. Прошу к столу, именитый гость. Благодарю вас, князь. Не сопротивляйтесь, барон. Это конец. Вы? Есаул Самбурской. Вы же присягали дому Романовых. Где ваша офицерская честь? О какой чести вы говорите? Вы присягали царю Керенскому, Колчаку, японцам. Хотели шаху персидскому, эмиру бухарскому. Не было у вас никогда чести. Ну что, Григорий Иванович, иди, разоружай казаков. Хорошо. Сколько же мы с тобой не виделись, Максаржав? Долго. Очень долго, Петр Ефимович. Заглубились на сопках туманы, догорала заря в облаках, уходили на фронт партизан.